Анонс 7 и 8 серии 5 сезона сериала «5 минут тишины, море и горы» 7 серии. 14-летний Артем возвращается из школы в свой одиноко стоящий среди горного леса дом и видит, что туда забрался медведь. Мальчику удается забрать ружье из сарая, прежде чем зверь замечает его. Артем бежит в деревню через лес. Медведь нагоняет, пока парень не выскакивает на шатке. Деревянный мост над быстрой речкой. В 8 серии Михаил отмечает день рождения с друзьями в бане на берегу горной реки. Выйдя на берег остудиться, он случайно падает в воду, и течение уносит его. Спасатель выходит на след невезучего именинника, но путь им внезапно преграждают вооруженные охранники министра из ближневосточного государства. Посмотреть очередные серии вы сможете уже 21 марта. На телеканале НТВ подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.